не одну тысячу раз за полгода, когда я был в космосе, облетел нашу прекрасную голубую планету. Я вам могу доложить и могу сказать, что самая большая, самая красивая, самая завораживающая – это Россия. У нас огромнейший потенциал. И поэтому я проголосовал за Путина. Как говорится спортивным языком, это была абсолютно чистая и безоговорочная победа. Но осталось всего лишь несколько маргиналов, которые не готовы смириться. Все остальные уже признали победу Путина. Мы победили. Я поздравляю всех вас. Слава России! Мы собрались совместно с нашими друзьями из других молодежных организаций, чтобы поддержать нашего кандидата, сказать спасибо гражданам, которые в абсолютном большинстве поддержали его кандидатуру на выборах. Для нас очень важна эта победа, потому что только при сильном лидере, при человеке, который знает ситуацию в нашей стране, страна будет развиваться дальше. Нам не нужны никакие ни левые, ни правые повороты, нам нужно движение только вперед.